Давай спрашивай. Я тебя спросил. Собственно, как я попал? Да. Как я попал на Красную площадь? Очень просто. На Красную площадь попадают одним путем по Тверской трассе. Север Москвы, который ведет, она прям к Красной площади приводит. Вот. Это был один из моих приездов в Москву, который совпал с предложением, с тем моментом, когда правительство Москвы, там был какой-то... до этого большой фестиваль, в рамках которого существовала концертная программа. И вот в эту концертную программу пригласили меня с сольным концертом. Вот, собственно, так я там и оказался. Все это было достаточно сумбурно, потому что к концерту мы не были готовы. Я пригласил своих коллег и друзей из группы «Квартал», которые приняли участие в этом концерте. Мы с ним всегда очень дружили, и они всегда меня очень поддерживали, как в профессиональном, так и в личном смысле. И вот буквально за несколько дней программа была сверстана, и я выступил на Красной площади, где были все мои друзья. И, конечно, это было большое событие, значимое в моей жизни. Было бы смешно говорить о том, что я этим горжусь, но, в общем, наверное, можно было бы сказать и так. Потому что выступить на Красной площади на фоне собора Василия Блаженного – это было здорово. Это было здорово, это была потрясающая энергетика, это был то, что англичане называют словом experience. Опыт это был, ну, это было колоссально. Это было здорово. После этого, соответственно, концерт был записан, и вскоре был выпущен DVD с одноименным названием «Alexander Dugin's Live in Red Square, Moscow». Причем потом слово «Moscow» мои американские коллеги посоветовали мне убрать, потому что «Red Square» говорит само за себя, это понятно, что это «Red Square», есть «Times Square», есть «Red Square». Если говорят «Red Square», то понятно, что речь идет о Москве. Вот эта пластинка, она существует, она продается, она покупается генеральным дистрибьютором. В настоящий момент служит известная французская фирма Музея Records. Это самый крупный независимый лейбл в мире, который, в частности, занимается дистрибуцией таких артистов, как Peter Gabriel, Pink Floyd, Genesis, группа Yes. Ну и ряд других людей, очень-очень-очень именитых. Что мне тоже приятно, что я в эту когорту вот таким образом вхожу.